Знаешь, каково нам сейчас, блядь? И все. Юмор воспринимать. Там ты похож, я заявил. Ну ты? Да. Вы евреи? Ну, с тебя что самое наивное? Вот это, по телеку нахуй выпускать нельзя. Пизду, а? На серо, горбать. Я говорю, Андрюха, вот это, блядь, нахуй по телеку пускать нельзя в пизду, понимаешь? Это будет выбором, да? Нормально. Так, ты заправляешься, да? Сейчас я заправлюсь, блядь, я еще, видишь, фанишку покажу. Вообще хорошо, тут узкое видео. Ну, русское видео, может быть, дело пустить. Ну, они хотели же снять эту историю еще. Как говорится. Хули, блядь, нахуй. Да я пиздец, все нормально. Поговори, блядь. Да. Деньги у меня есть, самое главное. Деньги у меня есть, блядь, самое главное. Фиделю просто. Бонжур. Большое спасибо, что вы пришли к нам. Je vous remercie beaucoup d'être venu. В театр Сабеля. Dans le théâtre Sabelle. Нам очень приятно сегодня сыграть здесь, на этой сцене. On a un grand plaisir de jouer sur cette scène. Тем более, что мы знаем, здесь идет с очень хорошими актерами, хорошей постановки французский вариант. D'autant plus que nous savons que qu'il y a ici une très bonne mise en scène jouée par l'excellent acteur de la pièce que nous avons jouée. Самое интересное, что премьеры в Москве и здесь, в Париже, состоялись почти одновременно. Ce qui est intéressant, c'est que les premières à Moscou et à Paris, ont eu lieu pratiquement simultanément. Правда, в Москве было несколько сложнее. Bien qu'à Moscou, ce fut un peu plus compliqué. Как вы понимаете, еще несколько лет назад невозможно было поставить Волохова в Москве. Comme vous pouvez le deviner, on ne pouvait pas, il y a encore quelques années, mettre en scène Volokhov à Moscou.
Поэтому я бы хотел просто подчеркнуть, что мы представляем собой как бы первую профессиональную попытку постановки Волохова на московской сцене. Профессиональную. Donc je tiens à souligner que notre mise en scène est la première tentative entreprise par des professionnels de mettre en scène Volokhov en Moscou. Поэтому наш спектакль представляет собой независимый проект, в котором участвуют актеры и режиссеры разных театров. Donc notre mise en scène est un projet indépendant. Le metteur en scène et les acteurs viennent dans des ans différents. Исполнители ролей – это актеры, пожалуй, самого популярного в Москве театра Ленком Марка Захарова. Les protagonistes viennent du théâtre Ленком de Marc Zaharov. Вот. Я из совсем другого театра, и мы специально собрались, репетируя ночами эту пьесу, чтобы показать ее московскому зрителю. Moi, je viens d'un autre théâtre, le Moscow Theatre. Nous avons répété la nuit pour pouvoir montrer ce spectacle au public moscovite. Должен вам сказать, что московская публика на первых спектаклях испытала шок. Je dois vous avouer que le public moscovite a été choqué lors des premières représentations. И дело не потому, что пьеса идет на мате, то есть на русской бранной нецензурной лексике. Et ce n'est pas parce que le spectacle est joué en mat, c'est-à-dire en un langage obscène. Оказалось, что феномен советского сознания – это уже понятие. Il s'est trouvé que le phénomène de la mentalité soviétique est une notion. И поскольку все уходят, и вы знаете, что на западных аукционах сейчас очень популярное произведение соцреализма, потому что это уже не будет никогда. Мы тоже попытались это сделать на сцене. И вы знаете, что тут passe, on assiste à des ventes aux enchères des produits du socialisme réalisme en Occident, et nous aussi de notre côté, nous avons essayé de recréer notre passé récent. Для нас это близкое ретро. Pour nous, c'est justement un passé récent, un rétro récent. Et мы подходим как художники и исследователи. Et nous abordons ce passé comme en tant qu'artiste et en tant que chercheur. Наверное, я бы не стал ставить Волохова тогда, когда пьеса была написана в середине 80-х годов. Je n'aurais pas mis en scène Volokhov quand cette pièce avait été écrite, c'est-à-dire au milieu des années 80. Но сейчас, если относиться к Волохову как к классику, мы можем ее поставить. И maintenant, si on, en considérant Volokhov comme un classique, on peut se permettre de le mettre en scène. Знаете, как сказал поэт, большое видится на расстоянии. Вот прошло какое-то расстояние, мы сейчас ставим Волохова. Un poète russe a dit, on ne peut percevoir la grandeur des choses qu'en prenant un certain recul. Donc on avait besoin de ce recul. Поэтому я еще выступаю как некая живая ремарка, чтобы обязательно сделать акцент, что действие происходит в середине 80-х годов. Donc je tiens à vous dire encore une fois, souligner que l'action se déroule au milieu des années 80. Мы сознательно ничего не меняли, и поэтому мат, СССР, КГБ, номинал денег – это для нас некие знаки той игры, которая разворачивается на сцене. Donc nous avons tenu à ne rien changer, et le mat, l'URSS, l'armée soviétique, d'autres choses encore, tout représente des signes de ce qui se passe dans ce spectacle. Почему московская публика испытала шок? Потому что мат всегда был как какая-то яркая единичная краска. Pourquoi donc le public moscovite a été tellement choqué? C'est que le mat, ce langage obscène, était toujours quelque chose de pittoresque. У нас мат – это просто язык героев. Нет ни одной фразы, которую бы они почти не произносили без мата. Tandis que dans cette pièce, le mat, c'est le langage visuel des personnages. Il n'y a pratiquement qu'une phrase qui est dite sans
для нас мат не эпатаж. Для нас мат, если вспомнить Станиславского, предлагаемое обстоятельство. Это условие как бы профессии наших героев, потому что нельзя находиться в морге, не выпивая, не играя в карты и не материться. Это условие выживания. C'est une condition de survie des personnages parce qu'il n'est impossible de rester dans une morgue sans boire de l'alcool, sans jouer aux cartes, sans parler ce langage obscène. Во-первых, в морге просто очень холодно, а во-вторых, тебя просто сметут твои жестокие коллеги. D'abord, il fait très froid dans la morgue. Ensuite, si tu n'y fais pas attention, tes collègues vont te mettre dehors. Ситуация, когда два человека в замкнутом пространстве выясняют взаимоотношения, и понятно, что выживет один, это, я считаю, классическая, если даже вспомнить, библейская ситуация. Le huis clos avec deux personnages qui savent que l'un devrait quitter la scène, c'est une situation classique biblique, pour ainsi dire. Поскольку спектакль пойдет без перевода, я два слова скажу о сюжете. Comme il n'y aura pas de traduction, je dirai quelques mots du sujet. Это помещение, где находятся два бохровца. Une emprise colonne. Это очень популярный в России артист. C'est une vedette soviétique russe. Он снялся в 30 картинах в главных ролях. Il a tourné dans une trentaine de films. Блистательный, я считаю, эротический дебют в фильме «Маленькая Вера». Il a fait un début érotique brillant dans la petite Vera. Сделал его знаменитым. Il a rendu ce film célèbre. Поэтому у нас на таможне нет никаких проблем, когда мы куда-то летим. Donc à la douane, on n'a aucun problème quand on doit passer la frontière. On ne nous inquiète pas quand on apprend qu'on a fait la petite Vera. Его действительно узнают, его любят молодые девушки. On le reconnaît, les jeunes filles sont folles de lui. И вы представляете, как он теперь резко сломал свой имидж Супермена, мрачного героя, плейбоя. Vous imaginez bien que cet acteur a cassé son stéréotype de Don Juan, de Superman. Вот. И второй актер, это тоже коллега Андрея Путяху, Ленком, Сергей Чинишвили. Они очень плотно завязаны в репертуаре, и мы прилетели прямо между спектаклями. Ils sont très pris au théâtre, ce qui fait que nous sommes ici à Paris entre deux spectacles, ils doivent jouer. Я прошу вас помочь нам в нашем эксперименте. Je vous prie d'accorder votre assistance à notre expérience. Я по-русски желаю актерам неплохо. Je dis merde en russe à nos acteurs. Но, по-моему, они уже сумели меня послать. Mais je crois que déjà Очень далеко. С Богом мы начинаем.
здесь на лимите должен перестраховываться, я-то прокован. Ага, кто не еврей, тот на лимите. Вот Гитлер охуительно был прав. Я вас тоже всех, Жиденко Кармундович, туда же. А я туда же вас всех армянских начальничков. За Жиденко Кармундович и почетом могу прикошить. А точно, значит, евреи. Фамилии русские начальники, как дандоны. И ребятки все в жопу. Сказал сейчас. А ничего, через плечо, ваше прикошение потянется. Да пошел ты нахуй. Я посмотрю, кто первый прикошение. Да. Сразу на стол, не перешагаешь кулаками, да, Феликс Кармундович? Чалбун! Ай! Мясо взял? Мясо дома же дать будешь, а здесь вон, котлетки вонючим маслом. Как только больные тут хавают, а? Нашим больным курочку из дома приносят. Отварную, на габистскую зарплату, а здесь котлетки вонючим маслом. Нигде, родной, есть мясо. Мне клавку кусочек отфурил, а? Но это тебе, евреи, мясо никто не дает. Правильно делай. Блядь, какого хуя ты мясо в эту мандавошную тушеную капусту всадил? Чуть не тарелок, что ли, мало, а? Тебе надо на тарелку, сделай на тарелку. Мы сделаем на тарелку. Замудок. И все, когда замудоку, тогда ты скажешь, что замудок. А то вот больше порыльщик собаку. Я тебя уделывать не стану. Нет, я тебя просто вот местным пипистом сдам. Все. Это еще кто кого сдаст, блядь, а то, что ты стукач, Мунович. Я в этом никогда не сомневался. Все вы евреи пархаты на одну физику. Пархат белоручный, а Нобелевскую премию вам отпишите. Все-таки Гитлер прав был абсолютно. Кстати, Сталин тоже что-то убил ситуацию. Кстати, Сталин, тебя бы первый отправил за клад по ленинским местам за морковку. Сам ты что здесь вор, не мокрым кого? Ты уже, блядь, нахлажок ты в горбане. На овощах у всех питал. Да? А хули меня государство за платье воровать? Сам же пиздил. А еще с этой фарсой сраной крутиться лучше. Так если у меня, как у тебя, козла, хата была трехкомнатная в центре, ты меня, если проходной, хуй бы тогда был, понял? А если бы ты мне в зоне попался, я бы тебя твоими же кишочками накормил, и за уши в потолочку гвоздоточками пришли конопатики. Зоне, да? Зоне. Да ты крутанул весь хуй вышел из себя в Москву. Золото тебя шакала, не прожил. Хуй засадишь, блядь. Не тебе, чижу бы писать, то отца. Ну я хуеваю, а мужику тридцатник, ни жены, ни детей. А хата трехкомнатная, есть цепли. Ну нахуя тебе патерна, да еще трехкомнатная, а? Блядством заниматься. В первой комнате трахать, во второй кишками душить, три за уши в потолочку гвоздоточками пришли конопатики. Мудак. Что, хочешь такую сексуальную квартиру какая-нибудь, да? Ага. Серьезно, хочешь? Ну, хочу. Хуй ты ее когда получишь, понял, да? А еще, блядь, гуманистом писатель заделаться хочешь. Ты попиши, попиши свою поэму. Ты у нас здесь как, а? А, писатель? Пожарник пришел за Катю въебывать. Вот и въебывай пожарник за Катюшу Хрустящую. Въебывай, гуманист. Хуль ты больных-то каждую смену, а? В картишке-то объебываешь. Картежник твою маму. Thank you.
Че, Федя, правда был, да? Ладно, не сиди, не сиди, не сиди. Он Черномырский как-то покушал, да, если потому не тот, не тебя. Ну че? Ну хуй молчишь? Слушай, че, Куйбышевский, Хохлы, Бздюхастий, Черномырский? Знаешь, для меня как для писателя это открытие. Хули я с вами на карты еще как садился, а? А был еще мне тогда на 101 рубль своего товарища по службе. Ну, хули, сам подсел. Ага, подсел в штанах, отсел без трусов. Ну, попиши свой поймет, попиши, я тебя научу работать пожарным. Мне еще вообще чуть-чуть было покачать, я тебя самого откачаю нахуй Петровку. Без вас удовольствие получу. Что ты сказал, Пидор, а? Вещи получу кайф, Петюнчик. А-а-а, блядь! Что такое, Свет? Лена, что случилось, Свет? Нет, ты же должен шутку понимать, что все надо. Нет, блядь, шутка. А кто это у нас здесь в карты Петюха проявует, да? Петюха первый номер. Да. Мое слово нет, точно, чем так. Петюха Муромец, чувак, отличный надо. Ага, вот ты капусту уже. Она твоя, твоя. И мясо мое все в капусте провоняло. Сдай горло на жопе на Петровку или ведь буду тебя жить. Я лоха тогда не вижу, блядь. Федя, ты прав, а? Действительно, говно воняет. Говно воняет, а жрешь, как гаргантюа. Кто это такое, Гаргантюан? Охуительно долго объясняешь. Нет, ну если долго, Федь, ты тогда можешь и не объяснять. Я, может быть, и не пойму. Я же простой человек, Федь. А, Федь? Федя! А, ну понятно. Нет, Федь, я же простой человек. Я же из народа. Я же понимаю, может, у нас гений народный. Может, у тебя каждая минута Нобелевская премия. Федь, я же понимаю, я не обижаюсь. Я понимаю, ты пишешь для народа, а вот когда народ вопросит, я знаю, ты занят. Ну, хули, блядь, занят так занят, все, молчу, век воли не дать труба. Все, заткнулся. Кеша! Кеша! Кеша, рынка ты моя, а? Ах, ты знаешь. Ну-ка, иди сюда. Кеша, иди сюда, моя сладкая. Ну-ка. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. А, ты. А, ох ты, Кешечка, мазенька. Кеша, а ты не знаешь, кто это здесь поэмки все время пишет, а? Вот сам говоришь, что поэмки нахуй кого обосрались, не печатают. У нас, Кеша, в стране напряженка с бумагой, а, Кеш? Вот, понимаю, вот ты петь начинаешь так кивали, искусство такое эпическое, эпическое, а вот что такое искусство некоторых товарищей, вот не понимаю, Кеш, не понимаю, нет? Может быть, объяснили, почитали, подали, нет? Интересуетесь искусством, Аркадий? А то! А, окей. Ага. Ну я не первый писатель в этом мире, так? А, ну это естественно. Написал бы ты не первый мудак, которого все мои писали нахуй срались. Ой, нет, Гитлер прав был абсолютно. Ты мне, говнюк, обижайся, не обижайся, но Адольф точно прав. Вот и пишу для того, чтобы таких парашников, мудаков, как ты, поменьше было. А я читатель. Я тебе говорю, что тебя, написателя, давно удавить пора. Иди ворота уже, главный. Ты что, вор, что ли? За твои ворота волосы, ничего эмоций не печатают. Ну, блин, тебя прав пожарник, а? Ничего, Абрамчик, погоришь. Как пить, погоришь.
Ты никогда не задумывался, что тебе засветится, если вот эта вся вот ГБшная лечебница заплыхает, да? Со всей этой аппаратурой валютной граничной. Давайте, Аркадий, давай, поджигай. Побеждай, мне главное из города пожарную команду вовремя вызвать. Точно еврей, блядь, всегда отмажется. Ага, рыжий еврей. А то, что стукачи-ГБшники здесь лечатся, в этой секретной ГБшной лечебнице, ну хуй с ними, пусть горят, привыкать должны. А то же они в аду всех чертей пересажают. И не ссыте вы мне это все транслировать, а, Феликс Эдмундович? А не ссыте вы все это на ус мотать, а, Аркадий Селович? Ну, пацан, ты интересный. Коллега с тобой, так это просто одно удовольствие. А то ж за 24 часа без смены со скуки можно рехнуться. Опять же, Маринка пизда уволилась. Ты Маринке хоть впёр, а, Эдмундович? Кому хочу, там мне и впираю, коллега. Вот все вперли, Маринки, а ты, коллега, забрезывал. Ну что же, Тёма, и в этом вопросе от коллектива отошел, да? А теперь, значит, сандалишь стерильных медсестричек в своей квартирке, да? А как ты говоришь? Бабушка тебе квартиру подписала, да? Ну. А, нет, ничего, да. Грибы. Твоя бабушка, наверное, очень любила собирать и кушать. Это ты к чему? А это я к тому, что трудно доказать, что человека предумышленно отравили, если он накануне бледную поганку схавает. Я полагал, что ты мудак именно такого уровня. Полагал. Ну, а я? А ты, значит, сандалишь стерильных медсестричек своей дырмовой трехкомнатной квартирки подвешиваешь за уши потолочки, гвоздоточки, да? Гвоздоточки, моя Каша. Ага, и майку пишешь, как бедную бабушку, бледной поганкой. А, да? Каша, пишу. Федор Михайлович Достоевский, царство ему небесное, один раз написал такую штучку, а я еще раз пишу. Ну тогда раз, позвольте, один маленький вопрос. А, вопросы, пожалуйста, все вопросы. Можно вопросы, да? Все вопросы, один. Да, да, можно, пожалуйста. Так скажите, пожалуйста, великий писатель Совет Феликс Эдмундович, да? Феликс Эдмундович, у вас писька от ебли не пухнет? Вы какой-то вот сейчас такой сократовский вопрос задали Савдепе, такой сократовский. Позвольте мне вам ответить по-эпикуровски. Ой, да, конечно, я просто весь внимание, будьте любезны. Хуй у меня от ебли слюной сперматической исходит, как ему хорошо. Но я вот просто первый раз в жизни такое еврейское говно вижу. Это, дружок, я тебе подружку говорю. А я тебе давно уже подружке сказал, что такого разговаривающего бронзбойтного хохлястого поноса я и представить себе. Ну, спасибо.
тебе жить. Тебе не жить. Ну что же делать? Опять все мясо сожрал, собачками оставил, да? Друзья, ворота съели, потом здесь дрыхнешь, сейчас на что-нибудь сунешь. Ну ничего, ты тоже в час на что-нибудь по инструкции гемаришь. Тебе тоже собачки могут помочь, если что. У меня на тоже, Каша, пульт есть противопожарный. С охуительной сиреной. Ну и кто из нас говно, а? Лиза! Будь здоров. Ну чё,
Может, больных кого позовем? Сантехников, Витюха. Может, ты туда сегодня нахуй, сантехник, Витюха, Витюха придет, разует, тебе надо? Не Витюха, так я разую. Кто много не разуешь? Давай, тяни кому раздачку. Блядь, Дим, ты сейчас точно туда вытащишь. Здесь, да? Туз и... Ай, блядь, ну сдавай, Витюха. Ну что, да. Чирик, дичь дал? Можно и Катюшку стопусовую, Турику, Кирин, дохуя и больше. Не надо считать чужие денежки, между второй и третьей, чтобы пуля не пролетела, да? Давай. Да, прошу вас. Так, забери. А что мне здесь забирать? Давай полтинчик заряди. Полтинчику заряди, почему не заряди? Ой, Фелли, когда ты проебывать начинаешь, я тебя так уважаю. А я не знаю, я такой в тебя вечно влюбленный, да? Ну? Ну, ходите, мужчина. Ну, это так, это. На бой пойдем. Так, стоп. Скрылся. Тридцатничек. Тридцатничек. О, ты... А? И все. Поехали, слово. Ой, еврей, а? Сейчас точно на фуфу заловишь. Ну говори. Аркаш, еврей до хохла на фуфу не заловит, какой я тогда к меням еврей. Так, прошу вас. Столик. Столичек. Хрустов просрал за 5 минут, здесь 10. Дам, блядь, и дам это петушное, да ёб твою мать, а? Ну что, продолжим, а? Да пошел ты нахуй, понял, да, блядь? Ёб твою мать, а? 500 хрустов просрал за 5 секунд, да что ж ты, а? Ну хули так расстраиваешься, деньги это говно бумажное, отыграешься в другую смену, ёб. Да? Да мне за это говно бумажное, мне полгода въёбывают на этот сраный бог после пакта, ты понял, да? Говно проще относится. Хули я приехал в эту дешевую Москву, а? Объемистую работу, блять, а? Раньше тугрики в клубе создавал. Нет, поперся, блять. Проворовался там, приехал сюда, все заграли. Блять, по бургову картошки, по куску где не имел. Нет. 500 рублей за 5 минут, что, слабо, что ли? Клево, нахуй! Клево! Я пропоносил, пропоносил, спокойно, без нервов. Если бы я вас, ты бы здесь сейчас просто кровью ссал. Ой, 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 правильно. Вот просто, видишь, вот обидно, что бабки вот такому, блядь, фраерюге худосочным достаются, понял, да? Аркаша, как деньги приходят, так они и уходят. Легко, значит, ты заработал вчера, ты 500 хрустов, да? Как я тебе вчера 500 хрустов заработал, тебе вот просто оленем фаршированным хуй когда заработал. Изящно заработал, понял? Да вижу, что изящно, не за полгода этой бокровской кадры. Ну вот иди нахуй, понял? Нихуя не понял. Ну поймешь, я пошлю на ёбку. Знаешь, я тоже могу ёбнуть по штабелю. Лопатой там сапкой, ломом, огнетушителем могу. У меня дохуя этого противопожарного инструмента. Потом шилом могу, бритвой подводки тоже могу. Че ты пиздишь, Жиден? Ты что, можешь человека рубануть? А ты не можешь. Какие у тебя вопросы непонятливые? Ты сам первый с непонятными вопросами в душу клинишься. Заебал амбал. Бокровский недоноски, блять, а? Слыхал?
Нихуя не слыхал. В соседнем квартале неужели не слыхал? Еврея Грохова, Рыжего, не слыхал. Рыжего? Фактически. Ну еще одной фактической еврейской, сука, меньше стало. А нехуй ему было с КГБ контактить, вот и до конца. А что, он с КГБ контактил? А ты-то откуда знаешь? Аркаш, у меня знакомый в Москве, да и не маленький, знает. А что это он с КГБ контактил? Нахрен, я думаю, усрался. Его надо было спросить. Я слыхал, он сначала был боксер ниже. Книжки всякие дефицитные, серокопировал, продавал. Ницше, Бердяев, Фрейдов, Тарханов, Солженицын, Болов. Знаешь, да? Но потом его убийцы за жопу схватили. Сказали, либо будешь на нас работать, либо прячем на Колыму, урановый забой. Он согласился. Чего он согласился? На ГБ работать согласился. Дружков своих прежних заваливал. Нихуя себе. А у меня тоже дружки, небось, тоже, блядь, одна сплата. Нихуя я книжник. Не уважаю, нет? Лёнь, вот. Как-то купил книжонку одну. Я... А, вот. Тюму за 40-й купил, блядь. Тебе почитал, блядь, теперь, блядь, нихуя не можешь, нет? Что-то ты как-то весь вспотел, Аркадий Сергеевич. Что, неважно себя чувствуешь, да? Чуть, я неважно себя чувствую. Что, заметно? Я нормально себя чувствую. Знаешь, как вот так приглядишься, не очень заметно. Вначале тебе на заметнее было. Что заметно? Ручки у тебя как-то так дрожат психически. Голосок поскрипывает, будто не смартный. Что случилось? А вчера чересчур с корешками поддали? Ага. Вот и промыл глазище. Потом уже поддали. Как услыхали, что еврея Рыжего высотки грох, пошли посмотрели, а вот потом уже поддали. Там чувака бритвы. Ой, кровище. Интересно, значит, было посмотреть, как человека рубанули, да? Не человека, Эдмундович, а еврея. А посмотри, всегда интересно. Значит, и Раскольникова потом тоже поглядеть, ну, все человек. Чё? Детский кто, блядь, и баб с пистолетом. Ага, а то я тебя юмористы тоже видел. Да, конечно, блядь. Дружка свои пальцы на меня тыкал, видал, блядь. А между прочим, мог подойти и познакомиться с моими корешками. Все ты евреи, блядь, брезгуешь простого человека, а? Прилично потом поддали, а? Прилично, да? Иди нахуй, блядь, прилично. Прилично, да. Не смей, потом я сказал, иди нахуй, блядь. С утра пошли поглядели, потом пошли поддали, так? Да, потом весь день в отрубе, так? Ты сношай? Ну ты, блядь, говори, что 500 рублей вчера заработал. Когда в отрубе, что ли, лоб, что непонятно. Слушай, ты что, следователь снял? А что, хуёво из меня следовали, что ли? Слушай, ты снял 500, Густов, отсигнись спокойно, блядь. И надо писать по ему, иди пиши свою ебейскую по ему. Только от меня манежник крахмана. Отсигнись нахуй, блядь. Хорошо, а как? Не хочу писать свою ебейскую по ему. Закрахмалила на меня пусть. Я вот поговорить хочу по душам с коклясным человеком. О, по душам, по душам, а? По душам. Не, ну, давай, по душам. По душам, давай, давай. Давай, давай, давай. Нет, ну понимаешь, вот так, вот так. Так, в принципе, я твой характер, ничего, нормально. Нормально, да. А вот, понимаешь, вот я зато жизнь твою, я нифига не понимаю, нет. А так, как, Федя? Ну объясни, как же так, а? Феля, ну как так, а? Ну водку не пьешь, а? И баб не... Фель. А может тебя это, а, Фель? Ой, Фель, а может тебя... А может тебя на пол шестого, а? Слушай, а что ты мне лапшичку нашу вешаешь, а, Федь?
Федь, ты меня слышишь, нет? Но. Ну, эти самых евреев-то в КГБ не берут. Этот что, рыжий, он же еврей? Когда приспичит Аркаша, КГБ и ЦРУшников берут. Телек-то смотришь иногда, политику вот показывали. Да, там один этот какой-то. ЦРУшник КГБшникам продался, смелый. А что такое раздражение, а? Что сыщно все? Я семья. Две девочки. Я-то подумал, как они там. К ментам обращаться это еще хуже только, блядь. Ох ты, фашист, а. Ты страшный фашист, сука. Убил человека. Еврея. Как будто не убивал. Где?
Ты сам еврей? Все мы евреи. Если по Марксу. Так и вы, я кашку, плюел тебя птичку, извращенно ты мне показываешься. Зато ты мне нихуя не показываешься. Зачем ты это со мной сделал? А? Дрожит у тебя еще глазочек какая сделать. Дрожит далеко тебе до профессионализма, блядь. Зачем ты это со мной сделал? Ты считаешь, что я с тобой ошибся, да? Да, она маленькая такая книжечка. Удобная. Хуй неудобная книжечка, Аркаша. У форцы книжников хуй купишь. Звание у тебя приличный молодец. Ага. Для моих дед, знаешь, не самое зашибательское звание. Вы простите, товарищ капитан, я думал, здесь какой бумага Моренко со мной работает, а ты, оказывается, человек. А. Я ведь тоже, Аркаша, думал, что здесь со мной. Хохол, воришка. Слабенький щипачонок, ни на что не годный. Фрэнклин способен оказался. Умеешь скрывать способности, как дебильный орешек, да, бля? А я что тут у вас? Такой КГБшник числит, да? Вроде как, не хотел. Ну, если вы считаете, что я могу справиться. Мы считаем, что мужчина может справиться. Плодили нас, не забывают, парки удалили. А мы перетрудившиеся трудящиеся. У нас квартиры без лишних трудящихся. Знаешь, Федя, я сейчас как-то вот очень четко в этот параграф уехал, да, что мы перетрудившиеся трудящиеся. А. Аркаша, скажи мне честно, а вот без бабок ты бы стал бы резать рыжего по нашему приказу не здесь, да? Ну а как же это без бабок? Федя, слушай, скажи по дружбе, а квартиру правда дадите, а? Аркаша, по дружбе в нашей конторе не разговаривают. По дружбе нас только пришивают безболезненно бритвой по глотке. Ты вот помозгуй и скажи, ночует тебе коммунистическая совесть или нихуя тебе не ночует коммунистическая совесть?
Я просто обмозгованно докладываю, что это сука, то есть, пардон, коммунистическая совесуха. Она у меня просто с каждым кровяным шариком из кровати вылазит. Изящно. Да, я вот когда причесывал этого рыжего, я просто как-то вот не задумывался, а сейчас вот въехал и просто докладываю, что пригреб его как врага нашей советской социалистической действительности. Аркаша, чувствуется почерк большого аса-истребителя в тебе. А что, я у вас со старшего тоже начну, да? Я из армии, старшего сержанта. Но с этой позиции-то у нас пунктуально. И звания пойдут гусяком, и башлей будет прорва, и хаты без лимита. Не притрудившись. Да, в том случае, если у тебя действительно есть коммунистическая совесть. Так я дело покажу. Доказывай дело. А что, работать я здесь буду, или меня куда переведут еще? Ой, это-то все не проблема, бля. Меня ж другой волнует, Аркаша. А что ж все-таки волнует? А, ты вот так вот взял и совершенно незнакомого человека, блядь, прихуячил за 500. Зассал Любера Афганского. Ну, почему ж я зассал Любера Афганского? Я все по письмишке по ксиве сделал, которую вы составили, товарищ капитан. Специально было сделано. Ты же не знал, что КГБ тебе в моем лице-то ксиву прислало. Значит, все-таки ты запись сделал Любера и прихуячил там мальца рыжу по трусе. Но если какие-то ошибочки, значит, в этой ксиве было, значит, это все-таки не моя вина. Нет, Аркаша, это было специально сделано, чтобы тебя проверить. А вы бы написали, товарищ капитан, что надо его убрать как врага нашей советской действительности. Я бы его и убрал как врага нашей советской действительности. То есть это не моя ошибочка все-таки. Вот то, что ты оставишь мнение своего, Аркаша, это туда. Бревно без гора. Товарищ. Саша. Ага. Спасибо за доверие. Товарищ. Старший капитан, за доверие и подаренную радость. Я ж теперь тоже КГБ, да? Значит, я тоже имею право на ошибочку, что пригреб его по трусости, да? Сознался, парень, сознался. Ты когда его пригребал, ты тогда еще КГБ не был, ты был простым советским хохлом. А я в душе был КГБ, я просто здоровью мать сделал. Да. А между прочим, я тоже имею право на ошибочку, хотя бы как простой советский гражданин, по конституции. Вот, блядь, пусти хохла в КГБ. Тогда этот рыжий тоже имел право на ошибку. Значит, мы ошибочно его приканавку жили. Так что ли тупые черные голосовые это получается? А хуй его знает. Ты хотя, блядь, матюгаться, заебал меня в боссу своей трехэтажной матюгали. Хуй его знает. Так вот ты подумай и скажи, хорошо это получилось или плохо? Я не хочу думать. Я не хочу сам думать. Я тебе как на духу говорю.
хочу приносить пользу Комитету государственной безопасности. Ладно, это все детали. Это все детали, Аркаш. Ты мне скажешь, когда пришивал этого рыжего, тебе было приятно или тебе нихуя не было приятно? Сука, блядь, скажи, что тебе надо ответить, я тебе то отвечу, за сука, извиняюсь. Аркаш, ну вот нихуя ты не вырубаешься, ну нихуя, я с тобой бьюсь. До дружеских отношений в нашей конторе, Аркаша, отродясь не существовало. Ладно, хуй с тобой. Ты знаешь, что убил человека по нашему приказу, а кто лишнее про нас знает, на того иногда приходится звать КБшного Любера. Так что ты понимаешь, что с тобой вдруг может получиться, а? То есть я теперь у вас на мушке, да? Так что получается. Аркаш, я не знаю, я же все решаю. Ну ты меня сведи с главным всеми, которые решают. Пойду сам все расскажу. Да? Вот это будет твоей самой большой ошибкой, как лет. Ну пойдешь ты. Ну расскажешь. А я скажу, что это не я писал тебе в силу. Потому что я работаю индивидуально. Чрезвычайно секретно. Видишь, мне приказано сгруппировать группу. Я ее и группирую, исходя из собственного понимания сверхзадачи. Да мать, вот ты ложка-то, а! Множко даже врубаюсь. Приятно было, когда убивал. А! Когда надо рассказать, абсолютно точно! А! Ты с удовольствием убивал этого рыжего, потому что за его голову получил бабки! Б! Ты забыл афганского Любера! Или С! Ты забыла, как я играл на Любере и получил приятно! Да! Я хуйню тебя получил, я тоже ты получил! Кайф! Сказано хорошо, Аркаша. И слезки твои удивительно туда. Ибо цель коммунизма А. Испытывать простодушное желание. Смотри! Б. Убивая, испытывая приятнейший восторг. Кайф. С. Подмыться очистительными раскаятельными слезинками, а после Д это четко и ясно постичь цель и смысл судьбы своей коммунистической. Надо нацию от дерьма прочистить, вон как волки, они только больных и хилых в стадах парнокопытных срезают, здоровые и сильные парнокопытные остаются. Наука нахер. Особенно в нашей научной стране, блядь, когда каждый ёмчий человек сильный, лучше его в любой неизвестной свободной точке могут научиться сцапать за жопу, посадить в тюрьму, где еще благодари своим научным методом судить пол сраку, хором пятницкого обуливать по-научному, оденут колготочки капроновые, поставят крышком козлёночком и стеночки, и весь там барак капеллины с первого слоя венерическую спину к тебе в очко и заскладируют. Да и ударишь шнурочком для завершения акта научного. Ты никогда уже никому не сможешь отомстить, и поэтому научно мстишь за рану умрёшь. Федь, а нам можно с тобой все-таки научный разговор на коляк на кассету никто не пишет? А мне уже давно за кассету доверяют мальчик спать. Ой!
блядь. Карл Маркс и Ленина люблю, блядь. Ценю, сука, и уважаю, нахуй. А то, что Карл Маркс основоположник научного коммунизма был Ленин, как ты такое противоречие объясняешь, Петрович, а? Галактический. Галактический коммунистический. Блядь, научное мышление. Хуевато хохлянде, только что ты раньше самостоятельно пришел какого-нибудь научного хуеплет. Вот это, мальчик мой, это хуевато. Тебе хуевато, что я тебя не пришел, тебе это хуевато. Не так, бери к себе, определяй на службу, а вот тогда и спрашивай за работу. Русская мама родила, ты понял?
что имя у меня такое, так это в честь брата Батяниного, на войне убиенного, между прочим, русского по национальности, ты понял? Коммунистическом обществе какого? Все эти премии? Да кто бы ты ни был, Феликсяшка, я бы тебя сейчас туда же с удовольствием отправил. А кто же тебе тогда птичку задавали за четвертую месяц? Я ее на волю выпущу, птичку. А, да. Слышь, Аркаша, это достойный поступок, очень достойный. Только кедр твой доволен. Он пахать не сможет. Его с детства воспитывали в клетке, поэтому все мировоззрение у него решетчик. А не трухаешь ты меня, а? Идем. Всезнающего и раз перешагнувшего. Где раз там и... Там и много раз. Да многим-то потом уже скучно, Аркаш. Самое заебистое, это как первый раз. Ох, подляра ты, блядь. Я не знаю, Аркаш. Может быть, тебя все будет по-другому. Попробуй, а? Воспитываешься родители? Ненавижу своих. Да? Я бы тоже ненавидел за такое воспитание. Они у тебя случайно не оба ГБшники, да? Да, в точечку. В точечку, да? Что да. Оба? Оба людей гром? Отец за драконом был не гром. Мать в Москве в постели пришла, тайна ее была. Охуительно, тебе повезло с родителями. Да, я вот нахуй раскиздяй. Всю жизнь антисоветскую литературу, сиротятую, кто продает. Пишу вообще хуй знает что. Нет определения в этом ёбаном литературе. Библия современная. Ой, да. Ох, подляра ты, блядь.
задание такое выполнял. Чего? Надо было за кордоном влюбиться в одну девочку, евреечку, жениться на ней. Отец этой девочки, эмигрант наш политический, приносил адский вред нашей совдепи. Мне 23 было, только тогда МВТУ закончил. А с КГБ уже на втором курсе в ладошки играл. Развечек, романтик идет. Фильмы наши про разведчика видал? Ну, хуя общего с ним что делать? Хуй мой, Аркаша, проверяли на прочность 3 недели различными способами. Тянешь тёлку, а за шторкой человек стоит, читай, сколько ей бабок кинул. 12 за ночь, ты первых не вынимай. Нига. Забросили меня в Лондон через третью страну. С евреечкой свели в ресторане. 20 лет ей было. Катрин. Вот её фотография. Ух ты, блядь, а? Красивая, а? Сразу видно, что не наша. Чисто суки сработали. В ресторане. Кембриджа научилась, и я попал в Кембридж на стажировку. По-английски меня мать в Акад с детства научила. Любилась меня Катрин. Просто любила и все. На каникулах повезла к родителям. На дачу. На пиво. Знакомь. Первую же ночь там всех и приголубили. Ножом по горлу по моей наводке. И ее тоже. Она даже не проснулась. Знаешь, во сне умерла. Любил ее бог свидетель. Мне звание сразу подняли до капитана. А в животе у нее что-то. Ты что, Фил? Сказал, что отца хорош, а? Знаешь, Аркаша, это мое дело, только мое и Бог. Слушай, Фед, а ты что, ты вот про... про все про это свой поем? Печатал, да, писать, вот про свое пишет, понимаешь, вот такое кровное, то, что с ним, блядь, тогда вот хуй ты не поймешь, получается.
Слушай, а вот эту вот хуйню, вот то, что ты со мной это все сделал, ты что, тоже напишешь? Тоже писал, да. Теорию. Сейчас, блядь, был этап практически. Ну ты, блядь, мостач работаешь, а? Ну, мостач, а? Ну ты даешь, а? Друзья, мы какие-то с тобой по любви несчастные получаются. Ой, бывает!
поемку-то, а? Ты вот туда свою сливаешь, слей мою, блядь, знаешь? Охуительная поемка получится. Дугриков заработаешь, всех баб в Совке переведешь. А? На гениальных поемках какого Дугриков не зарабатывают. А? Ну тогда продайте ру. Ру? Уж продал, поемку продал, я сам внизу продал. Что? Клево. Там какой валюты ты получишь, а? Ру. Доллар. Доллар. Ой, это хорошо. Хуй знаешь, пальцы сейчас купишь-то. СРУ, хочешь работать, да? А? Ну, устроить нахуй поплату. Мерси нахуй, ты мне же в КГБ устроил поплату, а? Судейская РКГБ. Да, кстати, там в ЦРУ тебе или Батяне твоему тоже какой-нибудь документик выдал, да? Слушай, заебал ты меня, а? Это я сам видел, что, блядь, охляние. Если ты в ЦРУ работаешь в Союзе, тебе в ЦРУ документы полномника не выдает, блядь, и доллар тебе на руки не выдает, блядь, все, швейцарский банк идет. Хули, блядь, доллар сразу, что ли, мои мозги не стоят. Я поплатил, да? Платил бы, хохол, ебать, а не перебать. Хули ты карты секретные доставать не умеешь? Устрой мне сейчас секретные ей. Хули ты образование? Как бы родили бы образование? Образование. Шо, блядь, сам виноват. Что, там другой работы нет, как был ты? Да хуй я работал, как стать коллегой, да? Может быть, посредником, связистом, штукатиком. Ой, да, Филь, я так не стукать, я стукать. Так скажи, что этого рыжего? Еврей, да, еврей. Пиписта, да, пиписта. Понимаешь, Аркаша, сука ты неблагодарная, как я далеко прозевал в отношении твоего трамплинчика. Ой, Фир, понимаешь, ты там много, да, понимаешь, да, понимаешь. Вот же, как хол, просто поклон на земле. Понимаешь, да, ты понимаешь, ты понимаешь. Спасибо тебе, там что? Вовремя платят, как вина. Вовремя, да, и хвалит. Положить надо быть демократичным человеком. Ты за многопартийный человек. Все коммунизм или за капитализм. Капитализм. А откуда ждаешь? Хуй знаешь, шоу хочу. Кстати, вот если сейчас нас КГБшники пишут, они из нас зажжут, сейчас сразу звоню. У нас все, пиздец, вышка, я готов. Тебе вышка, мне нет. А почему ты мне вышка? А КГБшники знают, что я на СРУ работаю. Да, СРУ знают. Все давно все знают, Аркаша. Все окей, я канал. Я канал общения между ЦРУ и КГБ. Должны же две солидные организации иметь канал общения. Сейчас какая обстановка в мире? СССР и США друг другу протягивают руки. Ага, протягивают. Значит, эти рублями, а эти... По совместительству уже и шатят, а? Блядь, так только евреи могут устраиваться. Нихуя не. А меня как-то меньше всего это ебёт, знаешь? Я бы так тоже хотел. Можешь хотеть за доллар? Да, ты знаешь, что гениально в ЦРУ начинать с еврея. А что, я не могу? Не знаю, вы из профи так. Пошёл, Зак. Досяра Горбатина. Досяра, ты меня просто, да. Лобяра, первый могу прошатать. Что надо? Димочка у меня, что самый ненавистный украинский? А что, мне фамилии такой? Ты же сам говоришь, что у меня такие дела. Бля, ты что? Что? Внутренний чувство, внутренний ребенок. Ну, все, мою жену! Да, сынок, сынок, все попытайся помочь, Андрош, попытайся. Попытайся, скажи, вот тут, скажи, может, когда вы перебить вас умеете? А это, значит, тот тоже, да? Разведчик должен уметь делать все. Да, ну попробуем, задолго. Не пси, хохол. Ты главное не пси. Это ж не страшно. А чтоб спидом не заболеть, гандоль имеется. Гондонец. Импортный? Штатский. И масло не из России. С пищевым. Подсолнечное. Свеженькое масло. Клавка оставила яички пожарить, да? Жарим, Аркаша, яички. Все поджарим. Воду клавка, наш человек. Я, знаешь, одного мальчика знал. Он ебался коммунизм, нахуй, из переходной стадии социализма. Ты, значит, так раздеваешься. Раздевайся. 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 А раздеваешься, нахуй. Начинает Саша Пушу тебя целовать.
делаем очень сильно. Потом грудь, шею. Хуй, сука, не трогай. Потом опять вниз. По животу туда появится, язычком своим повторится. Хуй, сука, не трогай. Он же заяц, что это когда тебя придержались. Он у тебя уже коленка сидит. Протеречка свой попыль открывает. Ты ему туда промеж зубов, разворочивает по боковой траектории, пасть, глотку, на гланды отмывай, ранее стакан, и сперматозоидов не выпрыскиваешь. Хорошо, Аркаша, хорошо. О таком реальном коммунизме не Карл Маркс, не Фридрих Энгельс, не тем более Ленин с Троцким мечтать не могла. А какая жопа была уж, какая у него была, Аркаша, жопа. Я ведь какую работу не придумал в ЦРУ на первое время на свой воспитатель. Ночного, чтобы не медитировать было спование, а доллары тебе завтра за шпаткой отправятся. А моего рыжего тоже Сашку призвали. Какие жмурики, блядь? Жмурики? Сколько? Знаешь что, Клав, за 300 это сама весит. 500? Сейчас придем. Придем, сказал! Там жмурики первые, операционные, за 500 грамм. Yeah.